вчера вечером в районе горпарка, где стояла машина, вторая садовая Симбирского, подошли ребята, поехали на это, Лада Ларгус белого цвета. За рулем была женщина, блондинка. В салоне сидели трое или четверо ребят. Поинтересовались, что за машина. Я им объяснил, что это моя машина. Дальше они уехали. Утром друг мой обнаружил, что машины нет. И в следующем я заявил в полицию. Сотрудники полиции позвонили мне и сказали, что машина находится здесь, на данный момент. Было так, увидел автомобиль, решил, ну, как узнал то, что этот автомобиль снят с учета, как мне сказали мужики там из гаражей. Решил, денежка нужна была, решил его, короче, сдать на чермет, так как нет хозяев. Вот. Получается, приехали, колесо надели, увезли автомобиль, поставили, хотел, ну, на сегодняшний день хотел его сдать, этот автомобиль. Каким способом? На чем утащили машину? На машине. На какой? Ларгус. В Ларгусе кто находился? Друг мой близкий, ну, и один товарищ, и матушка его. Матушка его. Матушка знала, что за машина? Нет, я попросил ее просто помочь ее тащить. 7-летний мальчик, который находился за рулем. Сын ее. Это когда мы затаскивали ее. Зачем он за руль сел? Ну, а что, я его на весы затащить, он самый легкий. Что, он не толкает все равно? За руль его посади. Он все равно просто рулил и все.